начинаю зачитывать свои материалы, которые размещались в СМИ. К сожалению, не все материалы доступны на сайтах, некоторых сайтов просто уже не существует, поэтому буду зачитывать по черновым материалам текст, как у меня и все материалы 2010-2011 года. Значит, первая статья, она посвящена студии открытого, студии бального танца в Москве, которая открылась в 2010 году, называется «Ну, улыбайтесь, господа, и танцуйте». 9 сентября в Митино состоялось открытие танцевальной школы-студии «Dance Etage». Заходя в танцевальный зал, гости оказывались буквально окутаны праздничной непринужденной атмосферой. Организаторы и главные тренеры Анна Воробьева и Артем Козлов были приветливы, доброжелательны и не оставили без внимания ни одного гостя. Каждый, кто решил посетить это мероприятие, чувствовал себя действительно как дома. Анна и Артем оказались профессионалами не только танцевального спорта, ученики прославленных тренеров, но и великолепными ведущими этого праздничного вечера. Среди гостей были не только родители, школьники и бальные танцоры, но те, кто едва научившись ходить, уже пробует свои силы на паркете. В течение всего мероприятия перед гостями выступали танцевальные дуэты, а в конце педагоги подготовили мастер-класс по сальсе. И тут большинство уже не могло усидеть на своих местах. Первое занятие по бальным танцам состоится уже в понедельник, 13 сентября. А 9 сентября мы будем считать официальным днем открытия школы, днем ее рождения, который ее педагоги и ученики будут отмечать ежегодно танцевально-спортивными конкурсами, творческими концертами. В рамках школы будет работать студия спортивного бального танца «Чемпион». А также будут проходить занятия по латинским и современным танцам, хореографии, танцу живота и так далее. Главное преимущество новой школы в том, что в ней будет проводиться всесторонняя танцевальная подготовка. И те, кто успешно сдаст экзамены и выйдет из школы, окажутся профессионалами своего дела и сами смогут продолжать дело своих учителей. Я с паузами читаю. К сожалению, тут проблема с телефоном, на который я записываюсь. В завершение можно сказать, что открытие действительно креативной студии успешно состоялось. Приезжайте в Митино, пообщайтесь с этими замечательными педагогами, запишитесь на танцы, и вы не пожалеете.